Первая сваха нашей страны прыгает с 3 метров. Можно я прыгну тоже? Да не можно, а нужно, Барри Каримович! Авантюра. Посмотрим сейчас, во что она вылезет. 2 дебюта в одном прыжке. Ну, ребят, вы наглецы. Здравствуйте, вы смотрите шоу «Вышка». За нашими спинами находится тот самый легендарный Олимпийский бассейн, вес воды в котором составляет 9 тысяч тонн. Столько же весит Чебаркульский метеорит. Представляете? Но наши звезды не просто падают, они красиво ныряют. Добро пожаловать на «Вышку» – шоу, в котором люди учатся летать. И летают, дорогие друзья, наши участники со скоростью, конечно, не такой, как у Чебаркульского метеорита, но очень приличной, от 30 до 50 км в час, и на этой скорости входят в воду. Я вас приветствую на уникальном шоу «Вышка». Я ваш комментатор Кирилл Напутов. Смотрим продолжение. Сегодня 4-й тур. Позади 3 отборочных тура. Нас уже покинули 2 участника. Остальные звезды разделились на 2 команды. Дельфины и акулы. Одни красивые, другие теплокровные. Совсем скоро, прямо на ваших глазах, они сразятся в нашем водоеме. И 2 слабейших по 1 из каждой команды уйдут из большого спорта. И так будет продолжаться до тех пор, пока не останется 1 победитель. Итак, кто входит в состав команды «Акулы», которая выбрала своим цветом красным? Певец Данка, актер Александр Морозов, певица Катя Лель, певица Сивара, спортсмен-штангист Дмитрий Клоков, телеведущая Светлана Курицына и актер Михаил Башкатов. Главный тренер команды Раиса Дмитриевна Гальперина. В тренерский штаб Раисы Гальперины вошли заслуженный тренер России Юрий Павлович Оселедкин. Заслуженный тренер России Галина Ивановна Каребо. Ура! Мы победим! А теперь их соперники. Команда, которую возглавляет заслуженный тренер России Сергей Григорьевич Гальперин. Дельфины, встречайте! Дельфины выбрали своим цветом синий. За команду прыгают сегодня актер Влад Демин, звезда КВН Дмитрий Кожома, телеведущая Дана Борисова, звезда клуба «Что, где, когда» Валентина Голубева, певец Митя Фомин, телеведущая Виктория Боня и ведущий новостей Первого канала Максим Шарафутдин. Тренирует команду «Дельфины» 2-кратный олимпийский призер Глеб Гальперин. И тренер высшей категории Немчинова Любовь Владимировна. Сальто вперед! Раз, пошли, сальто вперед! Три, в нашем шоу не так много одетых людей, поэтому мы всех собрали за одним столиком. Это наши судьи. Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин. Единственная спортсменка в истории нашей страны, победившая в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх. Елена Войцеховская. Легендарный диктор центрального телевидения. Народный артист СССР Игорь Кириллов. Самая известная сваха страны, очаровательная Роза Сибитова. Самый энергичный и стремительный продюсер страны Барри Алибасов. Давно я знаю Барри Каримовича, человек, который всегда, не задумываясь, поменяет экстрим на комфорт. А здесь, кстати, очень комфортно в бассейне. Воздух 25, вода 28. Ну, а у нас
На очереди старт первого участника. Что показал предыдущие соревнования? Мы делали зрелищные прыжки. Вы не представляете, как это больно и страшно прыгать с большой высоты. Я до сих пор не могу шею прыгнуть. Это дичайшая боль, меня все парализовало. А люди с 3 метров просто все пришли на задницу, и они выиграли. Как ты мог так упасть попкой? Знаете, лучше попкой, чем грязь лицом. Заведомо, если у той команды коэффициент в сумме будет больше, даже если они все прыжки провалят, они выиграют. Стас, не иди, пока я не подскажу. Ты стой здесь, мы с тобой меняем прыжок, потом идем. Меняй прыжок. По правилам, один прыжок можно поменять в команде. Раиса Гальперина, тренер, поднимает руку. Это значит, что Данка меняет прыжок. Зачем он это делает? Может быть, чтобы внимание привлечь? Елена Васиковская знает, что такие штуки делаются иногда. В команде идет замена прыжка. Давайте узнаем, неужели в самом первом прыжке какая-то проблема? Нет, проблем у нас никакой нету. У нас записан прыжок с трамплина 3 метра. Но мы с Сашей решили, вся команда решила, что Саша будет прыгать этот же прыжок с платформы 5 метров. И коэффициент этого прыжка будет 3,7. Ну, конечно, страсти накаляются, они же все нервничают, все переживают. Мужчине нет, двойной сальто. А мы тебе не имеем права, ты будешь козлать. А почему и им имеете право? Они-то делают два назад. Но они-то два назад будут делать, я они не видел, козла. Ну, посмотрим, пусть покажут. Да посмотрим. У Саши такая претензия, что мы должны уравнять все коэффициенты, чтобы у команды той и у нашей были одинаковые коэффициенты. Я как тренер вам говорю, что это нереально. Мы не договорились с китайцами, с американцами, чтобы у нас были одинаковые коэффициенты. Каждый прыжок стоит свой коэффициент. Странно немножко. С моей точки зрения, это очень большой перекос. Я понимаю, что, конечно, есть какая-то там люфтик, но хотя бы, чтобы немножко уравнять шансы, что ли. Авантюра. Посмотрим сейчас, во что она выльется. Посмотрим, во что выльется авантюра. Данко. Выглядит хорошо. Фигура что надо. Со времен, когда он танцевал в Большом театре, не оплыл, лишнего веса ни грамма. Кстати, отец Александра, ученый физик. Можно предположить, что сын знает законы физики и как тело должно входить в воду, чтобы было наименьшее количество брызг. Бланш назад с полвинтом заявлен. Вот почему тренеры говорят, что это авантюра. Сложно, никто здесь такого не прыгал. Авантюрист, мужик. А Селедкин, как всегда, краток. Авантюрист, молодец, мужик. Вот что такое бланш. В конце нужно активно довернуть ногами, чтобы точно ногами прийти в воду. И вот как раз это-то у Данка не получилось. Тем более полувинт же еще. Первый прыжок, дорогие друзья. Данка, Саш, все зрители подумали, что ты сейчас будешь прыгать головой, но ты обернулся еще раз. Это случайно или нет? Нет, это сложнейший элемент. Это бланш с полувинтом. Позорный был. Конечно, вообще-то они полувинта не сжал. Ну, я просто посмотрел, что прошлую игру дельфины, они все прыгали не головой и выиграли. Я решил один прыжочек сделать в этой программе сложный технически. Это такой тактический ход. Ура! На самом деле, первый стартовый номер – это ужасно тяжело. Это страшно нервно. Это волнительно. И вот я смотрела, как Данка подходит к краю вышки. Это было настолько профессионально сделано. Вот человек подошел, повернулся, не опустил голову вниз. А то, что не получился вход в воду, не очень получился, это, в общем, не самая большая ошибка, как мне кажется. Рост Сибитова, ваше мнение, скажите, как бы вы отрекламировали такого красавца в будущей невесте? Ну, кубики присутствуют. Извините за такое выражение, попка, как орех тоже. Но единственное, конечно, немножко разочаровал. Я уже прямо так вкушаю, сейчас как красиво, взлетит. Ну и падение, конечно, было, опа. Не подготовился.
что не так просто? Что не так? В смысле, думал, ногами как... вошел? Нет, послушайте, я ведь не оцениваю вас, я не профессионал, я не прыгаю. Это вот здесь сидят серьезные люди. Не, просто я оцениваю вас как женщина и как сваха. Вот как сваха, у него же все в порядке. Можно, по-моему, десятку ставить. Барри Каримович, в его возрасте он должен просто порхать здесь. Тогда не лезьте на эту вышку. Барри Каримович, скажите, во что же разочаровал Данка или нет? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я абсолютно честный и неподкупный судья. Но судить, безусловно, буду предвзято. Потому что мне больше нравится команда «Акулы». Потому что там, во-первых, певица Севара, которую я очень люблю. Во-вторых, моя подруга Света. В-третьих, Данка. В общем, там все мои друзья. Поэтому я буду им подслуживать. Извините, пожалуйста. Но вообще у меня со мной сегодня консультант вот мой, который у меня не боится воды, который любит купаться. Это мой кот Чуча. Он, собственно говоря, мне и подсказывает. Я бы всем 10 поставил, но он рекомендует, кому что ставить, потому что он большой специалист по прыжкам в воду. Спасибо большое. Ну, Барри Каримович, мы думаем, что вы оценки сегодня будете ставить не только команде, которую хорошо знаете, а всем. Если средняя будет 15, да умножить на 4, это все 60, это мало. Ну что ж, посмотрим на оценки. 7-0, 8-0, 5-5, 4-5, 6-0. 7-5,5-6. Хорошие были. Можно протест подать, он свой элемент не выполнил. Протест, он свой элемент не выполнил. Давай. Барри Каримович, хочется спросить, вот вы поставили самую высокую оценку. А может, вы знаете, сколько Данка лет? Нет, конечно, я не знаю, сколько ему лет, но похоже, что он еще совсем юный и молодой. И, наверное, сваха поэтому разочаровалась в нем, такую маленькую цифру поставила, что слишком юный. Извините, женщина должна стимулировать мужчину на победы. Так что ты тут давай это вот так грудку свою не расправляй, а собирайся и покажи результат. Тогда и оценка хорошая будет. Вот ведь сваха рубит, можно сказать, с плеча. А ведь действительно, вот он этот бланш. Коэффициент высокий, сложности. А в результате оценки невысокие. Вон сколько брызг. Надо потому, что было пробовать, делать сразу, как тебе говорили, а не с листа. Я сделаю. Вот твоя инициатива обернулась такие оценки, понимаешь? Нет, это то, что я первый. Саша, плоховато. Ты не довернулся. Так, как ты сделал на трёшке, понимаешь? Заявлен был с полвинтом. А ты вошел вот так боком, понимаешь или нет? Влад, ты видишь, как команда волнуется, чувствуешь ответственность? Ну, я вижу, что они с хорошим адреналином, поэтому ответственность есть, но команда меня поддерживает, и она не волнуется. Скажи, пожалуйста, в твоей кинокарьере какой самый сложный трюк был? Самый сложный трюк – это было, скажем так, на выносливость. Я снимался в экшн-сценах, мы снимали поединки. Я снимался 12 часов, и у меня было около 7 поединков. То есть настоящий, поэтому очень сложно было. Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя дублер? Нет, конечно. Поэтому придется прыгать самому. Влад Демин. Каскадеры, каскадеры. Тренировки. Я сделал прыжок высокой сложности. К сожалению, не смог вовремя открыться и пришел головой, точнее ухом, прямо о поверхность воды. Ну, скорее всего, мы имеем повреждение барабанной перепонки. Вам необходима консультация лор-врача. Сегодня вот меня принял уже лор. Все мне запретило. Трещина пазухи у меня случилась. Мне срочно прописали антибиотики. Строго-настрого запретили воду. Плевать, если я заболею, я сам себе поставлю. Просто преклоняю, жму руку, молодец. Немножко не получилось, там ударился ухом, но это не страшно. Бывает хуже. Так. Давит, Влад? Забивает? Неприятный чуть-чуть. Все, ты снимай, одевай берушку. Давай. Ставки велики, за мной команда. Грех из-за какой-то травмы срывать соревнования.
идет на вышку Влад Демин. Красавец, атлет и актер. Кстати говоря, это именно мама, Любовь Константиновна, в свое время надоумила Влада поступать на факультет физвоспитания в педагогический институт. Любимец женщин. Влад Демин. Как они его всегда встречают. Прыжок заявлен непростой. Из передней стойки полоборота назад в группировке. С 5-метровой вышки. Здесь важно прямо держать голову и в момент раскрытия видеть свои ноги. Влад группируется и выдает очень неплохой прыжок. Еще бы немножко бы таз бы выше, вообще было бы здорово. Ну хорошо, нормально. Доволен старший Гальперин. Я даже знаю, почему, не только прыжком. Он еще доволен отношением Влада к делу. Ведь Влад 5 раз в неделю посещает тренировки. Единственный, кто так регулярно занимается. Можно сказать, ушел с головой в прыжки в воду. И вот результат. Красавец! Повредил себе перепонку позавчера на тренировку. Он? Ухо, да. Им запретили прыгать даже. Сейчас я вытащу из уха. А я вот знаю, что это такое. Это же как-то, наверное, связано с тем, что у тебя травма уха, да? Да, у меня лоб разорвалась немножко перепонка, поэтому мне приходится вставлять беруши, чтобы вода не проникла в пазуху. А вообще с такой травмой разве можно прыгать? Лена Сергеевна, вы бы пустили прыгуна в воду с травмой перепонки? Это только говорит об уровне притязания человека. Только можно гордиться. То есть это скорее мужество, чем безумство? Безусловно, безусловно. А можно я сразу вопрос задам? Влад, в протоколе написано, что ваш тренер Глеб Гальперин, это он вас этому научил? Да, но вы знаете, я сам пришел с предложением к Глебу. И он говорит, Влад, это безумно технически сложный прыжок. Ну, я знала, что Глеб быть... не ищет легких путей, но не до такой же степени, вы молодец. Ну, да. Спасибо. Игорь Леонидович! Вы блистательно сегодня показали не только свои профессиональные данные, но и действительно спортивные, особенно в этом великолепнейшем виде спорта, как прыжки в воду. Спасибо! Передадим слово Баре Алибасову, а точнее его кошечке. Я свое мнение скажу, потом Кошкина. Мне очень понравилось харизма, обаяние. Но хочу сказать, что все-таки Влад, соревнуясь с Данко, поставил Данко в неравные условия. Все-таки Влад профессиональный спортсмен. А Данко певец, причем попсовый. Даже если бы он прыгнул как бомбочка, все равно бы мне понравилось. Ну что, восьмерочки получит. Даже... Хорошо сделал. Мне кот сказал, что надо ставить, конечно, высокую оценку, потому что он профессионал, он знает. Ура! Ну, у вашего питомца взгляд недобрый такой, знаете, из-под лобья. Я клянусь, он смотрит на меня. Сделай добрее взгляд. Да. Итак, оценки. 9-5, 9-0, 9-5, 10! 10! Ничего себе оценочки собрал Демин. Как-то он сказал, что хочет, чтобы имя и фамилия его звучали, как две пули, попавшие в цель. Влад Демин. Сегодня ему это удалось. Ну, где-то пускай немножко недоработано, но в целом арбитров он, конечно, поразил. Примерно так, как в предыдущем туре это сделал Микки Фомин. Вспомните, что делал Фомин, да! Арабское сальто, и получил 10. Этот, да, этот не доделал, да. Этот чуть-чуть не доделал, не доповернулся. Но это схема была, а там вообще было все... Но ему 10 поставили. Это все-таки вас повезет, как по партии. Как карта лет. Беспрецедентное давление на жюри. Назревает маленький конфликт. Я вчера на тренировке упала с улыбкой так, что все в синяках сегодня. На соревнованиях мало кого интересуют эмоции. Ну что же, давайте меня разрывайте, я готов. Меня вот этими дешевыми понтами-то из себя не вывести. Я хочу сказать нашим коллегам, судью нам мыло! Я недавно узнала, что Александр Морозов не только артист, но и электросварщик с красным дипломом. А электросварщик – это второй человек, ну, после Киркорова, на которого лучше не смотреть, потому что ослепнешь. Итак, встречайте, Александр Морозов! Саша, мы с тобой. Мы с тобой. Давай. Спокойно.
Спокойно, Саша, спокойно, давай. Каждая тренировка, это правда, невероятное усилие над собой. Каждая малюсенькая победа, это реальная победа. Спорт такой, серьезный. Надо слишком любить его, чтобы этим заниматься. Не, я поклонник его, потому что, вот вы знаете, это он и вышка, это несовместимо, и это... Это дает такой эффект, это дает такое удивительное, и это дает каждому драйв. Я помню на тренировке момент, который меня просто ошарашил. Я настолько была впечатлена. И вот три человека в сотрудничестве с Димой Клоковым, которого с таким трудом перевернул вот на голову. И вы представляете эти глаза его, когда на трех метрах он стоял. Это были безумные глаза страха. Я говорю, Господи, Боже, как ему страшно. Несчастный человек. Как же он с такой массой тела? Как ему не страшно? Я-я-я! This is fantastic! Оказывается, это мальчик способный. Оказывается, мальчик уже не мальчик, а девочка. Где мальчик? А вообще, если хотите, меня Золушкой зовите. Саша, а чем вздыхаешь так? Ненавижу ответственность перед уже близкими людьми. Когда сам облажаешься, это одно, а когда перед друзьями, это уже... Мягко говоря. Ну как же, ты же работаешь в коллективе. Вот именно, там-то совсем свои уже. А здесь перед новыми друзьями надо как-то все-таки марку держать. Сашка, мы с тобой! Саша! Скажи, а ты работал когда-нибудь по профессии электросварщиком? Руки помнят еще? Помнят, родимые. А что, настолько хреново прыгаешь, что пора в сварщики? Нет. Ну нет, зачем же возвращаться? Страшно вот сейчас? Дело в том, что я плохо знаю этот прыжок. Я его, честно говоря, мало репетирую, тренировал, в смысле. Ну, как бы на русский авось, понадеюсь, и на Господа Бога. Саш, ну нам уже не терпится посмотреть. Мы тебе желаем удачи, и пусть свой прыжок нас ослепит, как искры электросварки. Ой, главное не сгореть! Не бойтесь, Александр, не бойтесь. В воде не сгорите точно. А вот что вам сейчас требуется... Это сосредоточенность щуки перед последним броском. И прыжок называется «Щука под себя с трехметрового трамплина». Здесь участник ходит по острию ножа. Далеко прыгнул от трамплина – не будет хорошего вращения. Близко прыгнул к трамплину – опасно. Можно задеть снаряд и травмироваться. Морозов про все это знает. Спиной страшно, не видишь, куда лететь. Большой вес, трамплин раскачивается с амплитудой. Ох! Браво, Санёк! Грамотно, Саня! Красавец, Саня! Тренеры довольны, и есть от чего. Александр Морозов пародист, но это уже не пародия на прыжок, это настоящий прыжок. И коэффициент, между прочим, 3,3. И смотрится очень грациозно под водой. Саш, честно, ты посмотри, жюри хлопает. Я тебе скажу, соперники встали, когда ты прыгнул, встали. Как сам чувствуешь, получилось, нет? Ну, по аплодисментам, да. Конечно, получилось. Я тебе честно скажу, я не ожидал. Я думал, опять солдатиком, просто разгонишься и солдатиком. Это было великолепно. Вот Елена Сергеевна, правда, я ее видел, она немножко зажмурилась, когда ты вошел в воду. Почему, Елена Сергеевна? Вы знаете, я обратила внимание, как Александра провожала его команда. Они его провожали, как в последний путь. Поэтому то, что он сделал, это было подвигом. А меня всегда учили не экономить на подвигах. По мастерству это напоминает... Супер, сделал, супер! Владимир Васильевич, подытожите... Ну, во-первых, то, что он прыгнул, это щука под себя с трамплина. Когда прыгун грамотно начинает прыгать этот прыжок, считай, что прыгун состоялся. Под себя это такой прыжок, который характеризует вообще все.
Я ставлю 10, уже заранее говорю, только за то, что... Я в шоке. Спасибо. Я еще хочу добавить, что у него был потрясающий, просто триумфальный финал. Он всплыл. Борь Каримович, а мы всегда всплываем. Я про акул. Саш, а говорят, что у тебя были травмы какие-то. Нет? А у меня сейчас есть плечо выбитое. Саша, а как это произошло? Это на тренировке произошло? Ну да, оказалось, как от застаревшая рана, она случайно вылезла, и она не проходит уже месяц, считай, сколько мы прыгаем. Бесполезно. Ну жалуются, я не жалуюсь. Все... Да, нет, это я спросил, друзья, внимание. Ну что ж, посмотрим. 10, 10, 10, 10, 10! Красавцы! Мы его любим. Как мне сейчас не соревноваться? Еще бы не любить такого красавца. Самый крупный специалист по прыжкам воды среди наших участников. Я имею в виду крупный по весу. Александр Морозов, 120 килограммов. Легко сальто на запуску. 99 баллов. Вот это результат. Ой, Санёчек. Он носки не натянул. Ну, похоже, отношения накаляются до предела. Еще совсем недавно акулы приветствовали дельфинов, и наоборот, теперь видно, что это непримиримые соперники. Иногда до нас доходят слухи о том, что в олимпийской деревне, что там кто-то выполнил тот или иной прыжок. И это, конечно, подстегивает. Ты думаешь, ну если они смогли, то и я, наверное, смогу. Прыжки уже прыгать надо, хотя бы козла вперед. У них же Дана Борисова сальто сделала, Бонни сделала сальто назад, в трешке. Мальчишки там вообще программу, кошмар, сумасшедшую программу. Я была в субботу у них там. У нас очень достойные соперники. Благодаря этому мы стараемся тоже быть лучше. Влад сделал сегодня 1.5 оборота вперед с трехметрового трамплина. И это олимпийская дистанция. Это золото. Это будет золото. Начнется грызня. А артисты же сволочи. Они же тщеславные люди, вот. Дим, скажи, пожалуйста, что это за малиновые полоски? Это тебя помечают маркером в команде, как самого лучшего человека. Что это? Нет, это травма. Травма? Мне расцарапали спину. Кто расцарапал тебе спину, и когда это произошло? Я шел по улице, а вдруг неожиданно в воздухе появилась птица, схватила меня и понеслась к себе в постель. Потом с утра пришлось ее провожать. С утра пришлось сажать ее до такси, отправлять домой. Я видел, она сейчас сидит среди зрителей и болеет за тебя. Это не она. Он просто, друзья, скромничает. У него на самом деле проблемы с ключицей. Да, ключица у меня отсутствует, и поэтому я прыгаю без ключицы. Дима! 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 Дмитрий Кожома. На экране в телевизионном вечный хохмач, неунывающий капитан команды КВН «Станция спортивная». В жизни, кстати, весьма скромный и тихий молодой человек. Мне кажется, он особо загрустил, когда наше шоу покинули участницы дуэта «Шуга Мамас». Уж очень они сдружились. Итак, Дмитрий Кожома. Сальто авербах с трехметрового трамплина. Вот как это выглядит в его исполнении. Как здесь важно войти в воду. Мне нравятся руки, на самом деле, смотри, кисти. Вот так. Смеются над Дмитрием Кожомой, девчонки. Как здесь важно точно войти в воду. Именно точно, вертикально и без брызг. Кстати, Глеб Гальперин этим отличался в лучших своих прыжках. Судьи очень любят точный вход в воду. Молодец, он так сделал, но вот этот... Ну, там свои нюансы. На повторе я вам прокомментирую. Товарищи судьи, вы знаете, Дима считает себя самым бесполезным участником команды.
Это справедливое к себе отношение? Конечно, нет, конечно, нет. Команда «Акулы», да, она выглядит колоритно благодаря Морозову. Но Дима тоже свою команду эффектно украсил. Уже по этой спине эта команда имеет явное и четкое характер, отличие, образ. Спасибо вот за спину. Не, дело в том, что у меня просто на спине реклама. И я надо было ее заклеить, потому что там сдается они квартира. Они велели заклеить, да? Я заклеил рекламу. Кто а мне... ты деньги-то получил за это уже? Нет. Ну что это за судьи, скажите? Вот у нас в присяжных заседателях говорят коротко. Понравилось, нормально, вперед, все. Вот так вот давай. Объективно, коротко и ясно. Для человека, у которого отсутствует ключица и которого расцарапала птица по дороге в бассейн, вы прыгнули очень хорошо. И даже опустили руки вниз на входе в воду. То есть виден прогресс. А теперь посмотрим на баллы. 7-5, 6-0, 8-0, 8-0, 8-0. Барри, у вас самая низкая оценка. Почему? Ну, я, к сожалению, здесь выступаю не в роли судьи, а в роли болельщика команды «Акулы». И сопротивление вот встречаю со стороны профессионала. Он говорит, надо было ставить восьмерку, но у меня рука не поднимается вообще на это. Просто он после Морозова провел, понимаешь? Не так эффектно. Не тот эффект. А вот теперь посмотрим, какой эффект произведет таблица, промежуточная таблица результатов. Итак, прыгнули подвое от каждой команды. У «Акул» 167,45 балла, у «Дельфинов» 187,2. Синие лидеры, но это только пока. После двух прыжков. И не будем забывать, что по одному слабейшему участнику в каждой команде выбывают. И мы после короткой паузы продолжим прыжки, но сейчас... Давайте посмотрим маленькое выступление пловчих-синхронисток. Вот уж вид водного спорта, где наша страна не знает себе равных. «Две капельки». И это прямо про нее? Она такая же красивая и нежная, и мокрая. Нет, про нее песня «Выходила на берег Катюша», потому что она пришла побеждать и будет выходить она вот на этот берег, на крутой. Я хочу достойно выступить. Я, конечно, хочу, чтобы наша команда победила, раз уж такие правила заведены, то я хочу, чтобы все-таки мы взяли себя в руки и мы пришли к победе. Нам это просто необходимо. Я не могу спать, у меня прыжки в воду перед глазами. Я просто думаю о вытянутых носочках, о сжатой попе, о правильной группировке, чтобы не ударить лицо, глаза. Первое это плечо, потом спина, потом шея. Ноги, синие ноги все. Я уже сбила со счета, я уже просто сказала себе, надо просто пережить это, и все пройдет. Все пройдет. Катюша, очень внимательно назад попочку сядь. Внимание, да, повнимательнее все. Какие проникновенные наставления Раисы Гальпериной, по-моему, самого эмоционального здесь тренера. Катя Лель, могла ли она пару месяцев назад представить, что будет прыгать с такой высоты? А сейчас сальто назад с трамплина 3 метра. Катюш! Привет! Катюш, у нас практически у каждого участника есть какая-нибудь травма. Ты можешь чем-то похвастаться в этом смысле? Я, наверное, похвастаюсь всем почти. А чьих оценок ты больше всего боишься? Я думаю, что жюри очень добрые люди, благосклонные. Они понимают, что мы не спортсмены, а мы артисты некоторые. Катюш, мы тебе желаем удачи. Выходи на высокий берег, на крутой. А можно вместе с тобой пойти туда? Можно? С микрофоном? Со мной? Да. Пойдем. Неужели Катю сейчас уговорит прыгать? Вот тебе раз. Где твоя дочка? Вот моя дочка. Вот девочка слева в черном, это Эмилия. Это любимая доченька Кати Лель. Главная болельщица. Они всегда вместе. Последний раз я их вместе на показе мод видел.
кто больше переживает, дочка за маму, мама за дочку, не знаю. Мое сердце бьется очень сильно. Безумно. Вот все мои чувства на краю. Сейчас сорвусь, и пусть земля уходит из-под ног за горизонт, и от ненужных слез нам не поможет зонт. Закрой глаза и просто сделай шаг в воды объятия. Спасибо! Ура, Катюш, мы с тобой! Так, ну на самом-то деле Катя там одна. Трамплин 3 метра. Трамплин очень коварная штука. Здесь важно поймать ритм ухода от него. Неправильно оттолкнешься, завалишься, весь прыжок будет смазан. И как можно выше поднять ноги. Такая высокая группировка требуется. Легко на словах, сложно сделать. Особенно, когда ты новичок. Лена Войцеховская могла бы прыгнуть сама, но прыгает Катя Лель. Итак, спиной, не видя, куда летишь. Ну здорово же, ребята! Просто здорово! Молодец! Здорово сделано, молодец! Вот у нее есть песня «Долетать до седьмого неба». Вот, по-моему, Катя сейчас на седьмом небе от счастья. Сама. Действительно, полет получился управляемый. Ой, мы сделали просто здорово. Молодец, Катька, молодец. Боялась, я заболела. Боялась, только за подсечку. У меня же башка болит. О, а я и говорю, я прям чувствовала. Кать, скажи, пожалуйста, вот говорят, что ты дома плачешь. Сейчас улыбаешься, а дома плачешь. Правда это или нет? Ну, если честно, был разок, когда я приехала после тренировки, вся разбитая, все болит, ходить не могу. Просто, знаете, безысходка того, что... Я человек, я не могу это сделать. Я не летаю. И я поняла, что, господи, как же я это сделаю? Я же не могу подвести свою команду и свою страну. Ну, никак. Молодец! Давайте послушаем жюри. Это ужасно, конечно. Но, Кать, вы развеяли самую вообще мою большую иллюзию. Мне всегда говорили, что современные звезды могут петь только под фонограмму. И я теперь даже не знаю, как вот реагировать. Я за живой звук. Это ее профессия петь. Вот я вот не умею петь и не лезу туда петь. Прям сейчас орден ей... Давайте орден вручим, что она нам спела без фонограммы. Она поет в полете. Здрасте, приехали. В полете поет. В полете. Здрасте, где она в полете спела? Стоя на краешке пропасти. Конечно, я знаю, вы продюсируете. А если бы она вниз головой туда упала? Я как смаха так скажу. Кстати, Катюш, напомните, а то у меня уже склероз начал старчески развиваться. Вы замужем, Катюш? Да, я замужем. Катюшенька, тогда оценочка моя будет ниже. Почему? Потому что любая жена знает, что мужу она нужна здоровая. Это, во-первых, это по поводу ваших страхов. И мы должны всегда выглядеть ого-го и с улыбкой. И, конечно, мы должны показывать результат. У вас все-таки было время. Могли бы, по крайней мере, красиво упасть. Ну, с улыбкой, ну уж не знаю как. Не поняла. Надо же прыжки в воду делаю. Роза, на самом деле, тренера мне сказали, что падать нельзя с улыбкой, ни в коем случае. Я вчера на тренировке упала с улыбкой так, что все в синяках сегодня. Ой, ну послушай, тогда не надо было сюда приходить. Я сужу с точки зрения эстетики. Мне нужно было и падение красивое. Не слушайте этих вот свах некоторых. Пальцем не будем показывать. Они вроде... Смотрим, как она еще попробует с этого трамплинчика сигануть. Итак, оценки жюри. 8-0, 9-0, 8-5, 5-0, 9-0. Вы смотрите, 8-9, 8,5 и Сибитова 5. Вот сваха всероссийская, злюка. Но это, наверное, потому что Катя Лель не ее клиентка, иначе не могу объяснить. Ну, красота же, чистых 9 баллов. Правда, я не член жюри. В нашем шоу в бассейне плавают два водолаза. Эти люди заплатили очень большие деньги, чтобы вблизи посмотреть на Дану Борисову. Дана Борисова, команда «Дельфины». Что, будете снимать, не боитесь?
подходите. Давайте ближе. Короче, мне дали сейчас задание. Моя ошибка в том, что во время прыжка у меня ноги сразу уходят с вышки. А должны ноги побыть еще на вышке. Ее прокинуло серьезно. Я думал, что это какая-то прям травма будет. Страшно больно ударилась о воду. При этом я не боюсь по-прежнему. Я 10 метров берегу для дочки. Завтра залезу обязательно. Привет. Привет. А правда, что ты уже прыгала с 10 метров? Да, я прыгала с 10 метров. Я, честно говоря, одна из девушек на нашем проекте, которая прыгает. Я не хочу ни в коем случае хвастаться, потому что я боюсь сейчас, наверное, больше, чем каждый, кто сидит сейчас, меня поддерживает. Я очень боюсь. Я этот прыжок делала. Но, знаете, высота все равно страшно. Я ради этой девочки сегодня на 10 метров залезу. Я обещаю, не испугаюсь. Хотя вроде уже и не страшно, но я там же не была. Давайте попробуем просто, а не получится, не получится. Десятки она еще не пробовала. Честно говоря, за целый месяц были только синяки. А вчера вот реально видите, что с ногами, ноги почернели. Так это вот... просто неудачный был вход в воду. Ну, больно, конечно, я впервые почувствовала, когда проснулась утром, я поняла, как просыпаются 83-летние люди. Мы все тебя поддерживаем. Удачи, Дан. Ладно, если что не так, не обижайтесь. Давай, без упаднических настроений, вперед! Я бы даже сказал, без спаднических настроений, потому что Дана сейчас будет делать спад. Но посмотрите, как нервничает Глеб Гальперин. Спад с высоты 10 метров с вышки. А на всякий случай разденьтесь, если она упадет, придется ее вытаскивать. Если она пласкартом упадет, она сама не выплывет. Вы так знаете, чтобы были готовы. Итак, ужас-то какой. Здесь только важно не начать передумывать ничего, когда уже пошел прыжок. Потому что тогда сорвешь. Оп. Она ударилась, да? О, не сильно, не сильно. Могло быть хуже. Сейчас опять 10 баллов будет. Но это не прыжок. Это не прыжок, это так. Могло быть хуже, говорит Глеб Гальперин. Зачем же так рисковать-то было, Дана? Победить конкурента бесстрашие, но жюри-то не победишь. Дана, ты как себя чувствуешь? Мне показалось, что ты ударилась сейчас об воду. По-моему, я убрала руки в конце, да? Ну, было очень страшно. Я высоты все равно, сами понимаете, 10 метров. Очень страшно смотреть вниз. А ты в следующий раз не смотри. В следующий раз буду спиной. Мне даже сложно представить себя на твоем месте. Да, у меня просто нет слов. Давайте скорее ставьте оценки, потому что я очень перенервничала. Наш уважаемый жюри, оцените, пожалуйста, прыжок. Я хочу оценить. Я видела Дану на тренировке. Дан, ты молодец вообще. 10 метров? Да ни один мужик еще на такое не согласится. Молодец, вот молодец, уважаю, молодец. Молодец, сейчас 10 баллов поставят. Молодец. Ну просто очень молодец. Нет, просто по большому счету, не только форма и содержание достойные, да? Но вот этот удар даже о воду был артистичен, да? Нам очень понравилось. Нет, это героический поступок вообще. Героический. Ну, опять-таки, героический можно поставить... Нет, то самое интересное, можно поставить за героический поступок, пускай 5 баллов. Понимаешь, за героя... Но не 10, не 9 и не 8. Вот у этого прыжка коэффициент 2,8. На мой взгляд, совершенно неоправданно низкий. Потому что в этом прыжке очень тяжело
управлять своим телом в воздухе. Это очень такой точный должен быть прыжок. Это одна часть, так сказать, моего комментария. А вторая часть сводится к тому, что я увидела, что, к сожалению, Дана совершенно не способна управлять была своим телом в воздухе. Не умея лезть на такую высоту, это очень порочная практика. Очень. Просто никогда, с моей точки зрения, не надо это делать. 10 метров – это не шутка. Абсолютно верно, Леночка, молодец. Лена, правильно. Не умеешь – не берись. Что это за камикадзе? Я потеряла дар речи. У меня даже коленки затряслись. Нет, я всем благодарна за справедливые оценки и согласна с каждым словом. Вы знаете, вот мой кот Чучка даже отвернулся, не стал смотреть, когда Дана поднялась на 10 метров. Дана, ты необыкновенно мужественная. Я тебя люблю лично. И люблю открытой, нежной, теплой любовью. Но вынужден в отместку Розе, которая опустила мою команду, принести тебя в жертву, моя любимая. Но имей в виду, все равно мои чувства к тебе после того, что ты сделала сегодня, вот это только так, выросли. Так, люблю, дорогая, я буду готов святос. Летать там же, на этой высоте 10 метров, рядом с тобой. Полетим? Кстати, все, кто хочет ощутить, что ощутила Дана, и кто живет на четвертом этаже, выгляньте в свое окно, и вы поймете, о чем мы тут все говорим. Правда, Дан? Спасибо всем. И давайте же посмотрим наши оценки. 4-5, 4-0, 4-5, 9-5, 9-0. Правильно. А где 10? По-человечески, я бы сказал, живи по-человечески. Человек с десяткой. Да мне все равно, как она вошла в воду. Это уже круто. Поставьте вы все десятки. Страшно расстроен Глеб Гальперин. 4,5 от членов жюри. 4,5 за этот прыжок, который реально мог быть опасен для здоровья. Что-то тут назревает. Куда-то пошли парни Шарафутдинов, Кожома, Демин. Дорогие друзья, у мужского населения команды «Дельфины» есть что сказать жюри. Отдаю им микрофон. Здравствуйте еще раз, глубоко уважаемые жюри. У нас к вам апелляционная групповая заявка, особенно к мужской части жюри. Хрупкая, женственная мама вышла на высоту 10 метров, и вы обсуждаете ее технический уровень, несмотря на то, что она никогда больше этого не сделает в своей жизни. Вам не стыдно, Барри Каримыч, вам не стыдно вообще это делать? Ну, ребят, вы наглецы, как я посмотрю. Вот профессиональный человек, который подготовил не одного чемпиона мира и олимпийского чемпиона, сейчас ответит. На соревнованиях, что касается прыжков, мало кого интересуют эмоции. Оценивается техника. Вы меня извините, ради бога, но если мы говорим о технической составляющей прыжка, то у прыгуна Данку он ноль, потому что он не вошел ногами вообще. Я бы на месте жюри еще меньше поставьте! Саша, ну некрасиво. Не надо. Да не, ну нервы-то сдают тоже. Как вы можете ставить с 3 метров глубоко уважаемому артисту Морозову десятку лишь только из-за того, что мужчине, из-за того, что это смешно, наверное, да? А девочке страшно. Вы ставите 4, вам не стыдно? Я сначала хотела сказать трибунам, что я выиграла Олимпийские игры как раз с 10 метров, поэтому меня вот этими дешевыми понтами-то из себя не вывести. А то, что касается оценки, вы знаете, в правилах судейства прыжков в воду есть такой пункт, очень, на мой взгляд, справедливый. Если судье прыжок по каким-то причинам кажется опасным, он может снизить оценку до самого минимума, который только существует. И поэтому, когда представители команды стали говорить о том, что молодая мама, отчаянная девушка, вдвойне молодая мама,
не должна бездумно бросаться с 10 метров, потому что это не шутки. Вот еще чуть-чуть, и могла бы быть очень тяжелая травма, которую молодой маме совершенно ни к чему иметь, поверьте мне. Надо быть реальными. Люди, молодцы! Молодцы! Смотрим на таблицу. Дана Борисова получает всего 50,4 балла за свой героический прыжок с 10-метровой вышки. Но главные прыжки еще впереди. Кому-то повезет, а кому-то не повезет. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не тут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники, и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники, им могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю с ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо, в никаком году. Севара в переводе означает «любимая». Поэтому каждый раз, когда ты обращаешься к ней по имени, ты признаешься в любви. Главное, чтобы об этом помнили и члены жюри, потому что после прыжка Даны Борисовой стало страшновато. На самом деле прыгать с трамплина не так сложно. Мы поднимаем руки наверх, руки к ушам, сконцентрируем взгляд вперед, закрываем глаза. Севара вообще удивительный человек, но упертая, это вообще ничего невозможно. Плюхается, я бы уже давно плюнул на это дело, а она прям с животом, всем телом, хрясь, хрясь, нет, лезет опять. Все удалось узнать о себе, тренировки, то, что я живой человек, есть мышцы, есть... Все, что в нас есть, оно, оказывается, живое, требует внимания. И вот получила тело внимание, как говорится, максимальное. И оп! А ты что сделала? И оп! А, согнулся, понял? Севара, как твой пальчик? Все хорошо, спасибо. Ну, то есть ты за него уже не переживаешь? Нет, я с ним договорилась. А тебя пугают перспективы оценок кого-либо из жюри?
Нет, абсолютно. Я даже об этом не думаю. Я считаю, что все как должно быть. Все правильно. Ты просто отвечаешь за себя, а что думать за других? Правильно? Я переживаю за всех, но тем не менее. Олимпийское спокойствие у Севары. Всем бы так. Спасибо. Мы тебе желаем удачи. Спасибо. Севара! 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 На вид Севара абсолютно спокойна, но мы уже знаем, что она очень собранный, уверенный в себе человек с высокой самодисциплиной. Как она сможет прыгнуть? Щука под себя с трехметрового трамплина. То же самое прыгал Александр Морозов и прошел на ура. Наверх, спокойно, таз подними. И ноги натяни. Севара сказала, что она приехала сюда не побеждать, но, по-моему, скромничает. Здесь важно выпрямить ноги, оттянуть носки. Вот так! Великолепно! Тренеры даже суровые и довольны. Здесь ведь что? Здесь трамплин кажется очень близко. Новичку страшно задеть за него, это же стальная лента. Но Севара справилась здорово. И брызгала немного. Молодец! Грамотно сделала. И главное, грамотно. Миски натянул, как сказали ей. Молодец. Севара, ты что-то сказала перед прыжком. Что ты сказала? Это очень интересно. Я сказала, я люблю тебя. Это посвящалось кому-то, наверное? Ну, это моя тайна. А говорят, что ты знаешь эту фразу на четырех языках. Ну, конечно, я люблю тебя. I love you. Мензазна сева ман. Жутем. Жутем французский. А третий, это какой был язык? Мой родной узбекский. Друзья, Севара, кому понравился прыжок? Да, мне тоже понравился. Посмотрим, понравилось ли членам жюри. Елена Сергеевна, начнем с вас. Я восхищаюсь людьми, которые выходят, знают, что им будет больно на входе в воду, а с травмированной рукой всегда больно. И тем не менее, никак это не показывают, и даже как-то не задумываешься. Вот если бы не повязка, и задуматься не приходилось. Дай бог здоровья тебе. Роза, пожалуйста, вам слово. Ну, ничего нового я для себя не узнала. Восточная женщина, молодая. У нас потенциал ого-го, поэтому все, как и должно было быть. А то, что там сломали чего-то, ну, господи, чего мы только не ломаем. Главное, что душа не ломается. Варя, может, вы знаете, что отличает восточных женщин? Не имею представления, что означает восточная женщина, потому что я Севару не представляю себе как восточную женщину. Мне она кажется европейкой, судя по стилю ее музыки, потому как она поет, она, конечно, такая продвинутая, молодая, модная европейская певица. Ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя мне, видимо. Она мне в голосе понравилась. Я думаю, она выйдет в финал в голосе. Я нахожусь, в отличие от зрителей, в более выгодном положении. Тут сидит мой антипод Роза, которая ставит оценки команде «Дельфины», и я всегда стараюсь... Вот не надо, пожалуйста, не нужно вот этих вот грязных намеков. Я... За справедливость. Я всех оцениваю. И я. А я пытаюсь эту справедливость уравновесить. Да я знаю, как вы оцениваете. Татарские мужчины. Друзья, не ссорьтесь. Чтобы не было грязных намеков, прыгните в воду, и все будет чисто. Я хочу сказать нашим коллегам от имени присяжных заседателей, что если вы будете так, понимаете, ругаться, то мы крикнем общий клич «Судью нам мыло!» Вот так вот. Итак, оценки жюри. 8-0, 10 баллов, 8-0, 7-5, 9-0. Севара, спасибо большое. Отлично! Это замечательные оценки, друзья. Просто замечательные. Сколько ж надо труда, на самом деле, положить, чтобы такой прыжок совершить? Я думаю, не меньше 50 раз его сделать, не меньше. Чуть-чуть начать. Нырнула, поэтому понесло тебя. Но ты молодец, удержала спину. Чтобы красиво и правильно войти в воду, нужно точно рассчитать траекторию падения, скорость вращения и плотность воды. Такое под силу только кандидату наук Валентине Голубевой. Команда «Дельфины».
Я не уверена, что критерий «правильно» прыгает лучше всех. Лучше всех прыгают профессиональные спортсмены. Мне надо внуков нянчить, а не по таким проектам бегать. Это я открытым текстом говорю, это я ей сказал. Я не поняла, когда я вошла, я не почувствовала боли. Я ее почувствовала только, когда пыталась выплыть и поняла, что правое плечо не работает совсем. У Валентины повреждение ротаторной манжеты на фоне ее старых дегенеративно-дистрофических изменений. В общем, повреждено плечо. Продолжение тренировок, на мой взгляд, может привести к усугублению ее состояния. Главный элемент, которому я учусь у окружающих, это мужество, настойчивость, упорность, готовность в очередной раз взбираться на вершину. Валечка, сразу вопрос. Что болит? Где болит? Когда стало болеть? Вчера утром я проснулась и подумала, как балетные. А у них есть поговорка. Если ты проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты уже на небесах. Так вот, вчера утром у меня ничего не болело. Но вечером мне пришлось разучивать новый прыжок, и вот вам результат. Можете снимать. Бесстрашная женщина. Говорят, вы даже попали в больницу. Да. Но об этом потом. Удачи вам. Валентина Голубева. Что, где, когда? Что? Готовится прыгать прыжок под названием тоже «Щука», но в отличие от прыжка Сивара, это будет «Щука вперед» с трехметрового трамплина. Он ценится ниже, коэффициент всего 2,9 против 3,3. Главное здесь не разрушить систему прыгун-трамплин. Это такой маятник своеобразный. И от правильного отталкивания как раз будет зависеть и ровность полета, и входа в воду. Валентина Голубева. «Щука вперед» с трамплина. Ой-ой-ой-ой-ой. За дни тренировок и соревнований здесь все уже научились отличать плохой прыжок от хорошего и понимают, что этот прыжок плохой. Валентина приходит в воду практически на спину. Вот как перекрутила. Смотрите, только остается, что аплодировать ее мужеству. Валентин, вы ударились? Нет, нет, я не ударилась. Хотя, конечно, на тренировке у меня получалось лучше. Вот я как раз хотела спросить, Валь, синяки на ногах, это какой прыжок и с какой высоты? Вот как раз вот этот прыжок я вчера начала осваивать с 3 метров. Вот я самая частая травма, это как раз то, что у Вали. Вот иногда спрашивают, а что будет, если удариться об воду? Вот что будет, будет синяк во всю ногу, даже с 3 метров. Да. Валь, а у вас, ну хотя бы на секундочку, в голову не закрадывалась мысль, а ну все, к черту, уйду. Ну что вы, я командный человек, команда превыше всего. Ну я так и думала, на самом деле. Можно я скажу еще одну фразу? Но когда я подумала, что обо мне будет говорить божественный голос Игоря Кириллова, я подумала, я вынесу все. Вот вообще о женщинах можно ли говорить, я не знаю, мужественность у женщин бывает? Скажите, пожалуйста, Розочка. Ой, у нас все слово? Бывает. У нас мужественность, начинается. У нас терпение главное. Нет, а тут не терпение, тут вот действительно мужественность какая-то Валентины. Она просто блистательно совершенно справилась с нервами. Она подошла к самому краю, но и как-то сердце ёкнуло так. Но как-то легко, непринужденно и в то же время мужественно. Вот, благодарю. От имени всех мужчин-судей. Я эти слова вырежу из видеозаписи и буду включать себе в тяжелые минуты для вдохновения. Вы знаете, я должна была участвовать в этом проекте, но по состоянию здоровья, то есть у меня, к сожалению, медики отговорили прыгать, потому что у меня проблемы со спиной. Ну, я даже думаю, вы сейчас про себя, может быть, вас поставили вместо меня. Все-таки у меня какая-то спортивная подготовка есть. Ну, вот так оно бывает. Знаете, вот, чтобы себя чувствовать... А давайте так, вот, дорогие судьи, я уже вижу, что вы поставили. Честное слово, у меня... Вот я, знаете, что предлагаю? А давайте я сейчас вот прыгну, а вы поставите... Вот если я прыгну, только при этом условии, с вышки. Тогда вы 10 поставите, хорошо? Вот если прыгну... Нет, не мне, а участнице Валюше. Обалдели совсем. Нет! Нет!
Ну, я сначала хотела внести рационализаторское предложение, немножко развить предложение Розы. Мы готовы оценить прыжок Розы и дать возможность команде самостоятельно выбрать, чей результат они себе зачтут в этом раунде. Результат Вали или результат Розы. Ой, это будет несправедливо, потому что я вообще никогда не тренировалась, никогда в жизни не прыгала с этих вышек. Ну, послушайте, это у меня порыв, героизм, который я продаю за 10 баллов. А это торговля получается. Что-то у нас нету этой торговли, там все время. Все торгуется. Ну так что, смотрим оценки, а потом посмотрим прыжок Розы. Не, только за оценку. Я за бесплатно прыгать не буду. И не надо. Не надо. Мы не очень-то хотели. Не надо. Дорогое наше жюри, покажите свои оценки. 4-5. Я, пожалуй, все-таки добавлю. Добавь, да? Давай, Роза, милый, давай, я пошел у вас на поводу. Мы татары друг друга понимаем. 5-0, 3-5, 10, 6-0. Игорь, молодец, правильно, правильно, Игорь поставил правильно. Да, нормально. Жива-здорова, Лондишка. Ну, чуть-чуть грудью надавила, тебя малость понесло. А так молодец, а сделала ты что? Так, давайте посмотрим официальные результаты. Дельфины заметно отстают. 334 балла и 1 десятая у акулы, 282,5 у дельфинов. Вот что значит неудачный прыжок Голубевой и великолепный прыжок Сивары. Два самых слабых участника по одному от команды сегодня выбывают. Половина четвертого тура позади. Молодцы, молодцы, давайте, собирайтесь. Катя, представляешь, на Первом канале запустить такое шоу, называется «Звезды тяжелой атлетики», где звезды поднимают гантели, гири, штанги. А ты бы что поднимал? Я бы с Дмитрием Клоковым поднимал бы рейтинг. Он сильный, а я умный. Дмитрий Клоков, команда «Акулы». В первых двух сериях было очень приятно находиться все вместе, как друг друга поддерживать. Когда разошлись, то два начала в тебе борются. То есть вроде и ты соперничаешь, но в то же время это твои там товарищи, да. И немножко такая неприятная ситуация. Но спорт есть спорт. Я привык в спорте рисковать. Я рисковый человек. Может, даже не всегда оправданно. Но оправданный риск – это уже не риск, это уже расчет. Он абсолютно самостоятельный, профессиональнейший спортсмен. Он у нас консультируется, а решение принимает он сам. Сделай трешку с разбега, два вперед, платформы жесткой. Не, так я вот... с разбега не хочу. Мы его не заставляем, и кто его попробует заставить? Ну, я не ожидал, что вот с такой высоты штангист с таким весом может еще стрекассированный прыжок такой подкручивать. Сложно, здорово. Честно, на оценки жюри я особо внимания не обращаю пока. Они не заслуживают серьезного внимания, поэтому... Вот сделал дело и гуляй смело. Дима, нервничаешь? Нервничаю, конечно. Сложный очень прыжок. С высоким коэффициентом? Травматичный, да, коэффициент 3,9. Хочется сделать его хорошо и остаться живым. Дима, а в течение нашей передачи ты себе что-нибудь растягивал, ломал? Было уже такое? Знаете, я скажу от лица всех профессиональных спортсменов, что мы не привыкли жаловаться, поэтому это вопрос не к нам. А вот на ноге у тебя это что-то для мышц? Давайте скажем, что это что-то для мышц. Дим, я тебе желаю удачи, и все тебе желают удачи. Спасибо большое. Слева в кадре Лена, жена Дмитрия Клокова. Знает ли она, на какой прыжок сейчас идет ее муж? 10 метров. Со стойки на руках оборот вперед. С 10-метровой вышки. Этого еще никто тут не пробовал делать. Клоков словно вспомнил, что он мирового класса спортсмен высшего олимпийского уровня. 3,9 – высший коэффициент сложности. И здесь очень много тонкостей. Да-да, девчонки, это опасный прыжок. Нужно не только баланс соблюдать. Коварство в том, что нужно непременно добиться мягкого падения, мягко встать и мягко полететь. Очень большая высота. Если сильно разогнаться, перекрутит, и тогда будет падение на спину. Клоков полетел вниз. О! Вы все видели сами. Ой-ой-ой.
как же это должно быть больно! Да, как раз то, про что я говорил. Лена Войцеховская, олимпийская чемпионка на десятке, знает, что это. О, Дима, заставил понервничать всех. Все команды, я видел, схватились за голову. Фу, ударился сильно, скажи. Я все еще живой. Почувствовал в полете что-то, что уже что-то не получилось? Или только понял, когда уже упал в воду? Ну, все заметили, конечно, при падении. Только ощутил так, немножко расслабил ноги, перекрутилось чуть-чуть. Елена Сергеевна, пожалуйста, ваше мнение. Ой, а как хорошо все начиналось. Такой классный выход в стойку на руках. Просто вот загляденье. Но, вы знаете, у этого прыжка из всех, что сегодня исполняют участники, самый высокий коэффициент сложности. Поэтому, с моей точки зрения, в оценке не должно отражаться все остальное. Не должны отражаться эмоции. Поэтому, говорится, молодец, конечно, но могло быть значительно лучше. Владимир Васильевич, нам вот очень интересно, вы не могли бы сравнить этот прыжок с прыжком Даны Борисовой? Пожалуйста, сделайте милость. В чем отличие? Очень сложный вопрос. Хороший и сложный. Прыжок не выполнен вообще. Это просто падение. Сказала мягенько. Встал в стоечку. Спокойненько надо было падать. А он пропустил пятки сильно, поэтому понесло. Я ему сказала, оставь ноги здесь и удержи их животом. Ну, он парень, спортсмен, поэтому можно было ему это говорить. И на входе, говорю, не опускай голову. А он вот здесь дал немножко хлёст ногами после стойки, поэтому его и понесло. Итак, оценки многоуважаемого жюри. 3-5-4-0, 3-5-2-0, 5-0. Вот если бы сейчас еще раз прыгнул, что бы изменил? Ну, в любом случае, хочется каждый следующий прыжок делать лучше, а это второй прыжок, и он получился, к сожалению, хуже. Вот и все. Могу еще раз сходить, просто ради себя прыгнуть, если вы разрешите. Без оценок, просто для себя. Что жюри скажет? Разрешает? Разрешает. Чемпион мира по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков. 22 года стал чемпионом мира, завоевав вторую медаль для своей семьи, золотую. Потому что первую когда-то завоевал его папа, Дима, Вячеслав Дима, Клоков. Дима, оставь ноги, не вообще не гони их вниз. Прям в стойке делай все. Уверенный в себе человек. Без этого не выигрывают в спорте больших наград. Но, как знать, здесь габариты такие, в этом виде состязаний. Может быть, скорее минус, чем плюс. Вторая попытка. Лучше. Можно понять чувства Лены. Как она переживала за нас. Так надо было делать. Да, ложка дорога к обеду. Но прав Юрий Оселедкин. Ложка дорога к обеду. Зачтена будет первая попытка. И оценена она будет низко. Сейчас Дмитрий почти совсем справился. Ну, ноги развел. Мелочи уже. Дай пожму руку. Мало кто знает, что Митя Фомин по образованию детский врач. Сейчас мы ему скажем то, что говорят педиатры детям. Митя, все будет хорошо. Я готовил себя к этой программе. Я заранее продумывал, как это будет выглядеть, что я буду слышать, кого я буду видеть. Это и волнение, и страх. Послушай, ну я с семеркой только с тобой. Ну давай, Семер, пойди. Ну вот Митя, например, он боится всего, ему приходится его все время держать, как бы чтобы, ну, страховать. Пошел, пошел. Хорошо. И... Митя погиб, делал винтовой прыжок из винтовой группы. Это очень сложно было технически для него и технически, если честно, и для нас тоже. Я просто не знаю такого прыжка.
Просто не знаю. Я первый раз в жизни увидел. Он называется «Финт ушами назад на боковую». У нас прыжки. Прыжки, а не абракадабра, готовую воду. Да, это клоунада, да. Это не прыжки в воду. Да не прыжки в воду. Это пип-шоу. Кто хуже, грязней сделает, тот и король. Самое главное, встал на стойку и мах ногами. Ты понял? И тебя что, перетянуло? Ноги держи вместе. Ноги вместе, понял? Давай, понял, все, да. Давай. Все, мы давай, надеемся. Митя, тебя сейчас провожали, как в армию. Дождутся? Я обращаюсь с требованием Веры и с просьбой о любви. Дело в том, что дельфины сейчас в опальном состоянии. И для того, чтобы снять это напряжение, я очень сильно волнуюсь. Почему? Потому что я делал этот прыжок только исключительно в пузыри. И никогда не делал, что называется, в твердую воду. Поэтому я хочу сначала спеть песню, успокоиться и прыгнуть. И я прошу поддержку зала очень-очень сильно. Я не могу держать микрофон. Люди, понижая тон, ночью говорят о том, что они прячут под пароли днем. Дельфины не умеют прыгать, им ничего не остается делать, как только петь песни. Вот. Мы настоящие рыбы. Мы да, помалкиваем мы и делаем свое дело. Вот так вот. У твоей любви девиз. То вверх, то вниз. Не плачь, малыш, держись. Так, ну я хочу сказать акулам, чтобы они раньше времени не радовались, потому что дельфины могут догнать все-таки. На это надеется и старший Гальперин. 7,5 метров. Митя Фомин. От него очень много зависит. Сейчас отставание-то большое команды синих. Со стойки на руках оборот вперед. С 7-метровой вышки. Здесь, в отличие от предыдущего прыжка Дмитрия Клокова, наоборот, требуется высокая скорость. Иначе можно не успеть сделать все необходимое. И чуть-чуть не докрутил. Не докрутил. Нормально, нормально. Глеб Гальперин доволен, но мне кажется, Митя Фомин сильно ударился бедрами об воду. Сейчас мы его послушаем, он, наверное, скажет, так это или нет. Во всяком случае, прыжок с высоким коэффициентом сложности 3,7. Фомин может повлиять сейчас на ход командной борьбы. Мить, ну что, песня помогла? Мне кажется, что даже очень. Она меня воодушевила. Я думаю, и дельфинов тоже. Да, ты сейчас тут еще нырял, когда сюда плыл, как самый настоящий дельфин. Угу. А что у тебя со лбом? А я не знаю, я его, по-моему, просто ободрал. Слушайте, дело в том, что внизу здесь очень много акул и барракуд. И они действуют не по правилам. Не надо, не надо! Он говорит, акулы действуют не по правилам. Вообще кошмар. Ну что же, давайте меня убивайте, дербаньте, разрывайте, я готов. Слово барракудам. Митя, я должна вам сказать, что если бы вы делали этот прыжок с 10 метров и сделали бы его вот так же, то вход был бы практически идеален. Так что, может быть, имеет смысл об этом задуматься. Я сделаю это в следующей программе. И спасибо за совет. Ловлю на слове, оценку добавлю. Барри Каримович. Мне очень понравилось, как Митя прыгнул. Правда, песня уж больно печальная была. Конечно, предвещала желательный для меня исход, потому что я болею за команду «Акулы». Но оценочки поставлю традиционные. В пользу своей команды. Традиционные для вас? Традиционные для меня. В пользу своей команды «Акулы». Все понятно. Ну, что же. Не чувствуешь себя призывником на медкомиссии? Вы знаете, нету ничего лучше, чем чувствовать себя молодым. Я бодал все свое состояние для того, чтобы вечно быть молодым, вечно живым и вечно чуть-чуть иногда пьяным. Это самое большое удовольствие жить и наслаждаться жизнью. Именно из-за этого я здесь. Мне нравится жизнь, мне нравится риск, мне нравятся красивые, смелые люди, мне нравится вода, в конце концов, и мне нравитесь вы. Я знаете, что скажу? Как женщина, не как сваха. Меня подкупает в любом деле
то, что человек, помимо того, что он пытается показать хороший результат, он еще получает удовольствие. Вы знаете, я с таким наслаждением смотрела на вас, как вы еще от всего этого получаете удовольствие. Ну, потрясающе. И давайте же посмотрим наши оценки. 7-5. Мама, Лена, ты что, Лена? Кошмар. Вообще, вы чего, Лена, ребят? Ты что, обалдела? Лена, ты... Лена! Вы что? 6-5. Какой суровый у нас судья. 7-0. 7-5, 6-5, 7-0, 8-5, 7-0. Ой, он меня вертит уже второй раз. Ставьте ему, пожалуйста, почаще такие оценки. Жените меня, Роза, я вас умоляю. Я соскучился по вниманию. Об этом я хотел поговорить с Розой. Я вас тоже ловлю на слове. Попрошайки. Это просто позор. Зато он пел вначале красиво, наверное, за это. Роза собирается прыгать. Вам пора начинать совместные тренировки и в конце концов прыгнуть. Мы можем с Розочкой сделать это синхроном. Я уверен, что это будет фантастически, ну давайте же прыгайте, фантастически же красиво. А почему нет? Роза. Я готова. Роза, я ваш. Мы победим. Вот, дорогие друзья, за время, пока шла реклама, Роза Сибитова облачилась в купальник и теперь ведет к краю вышки Митю Фомина решительно, как под венец. Ну, вероятно, именно таким образом сильные женщины и ведут колеблющихся мужчин. Под венец. Что, спад в воду будет с трехметровой вышки? Но ведь Роза же совершенно неопытна. Виктория Боня показывала, как нужно собирать руки. И синхронно! Вот это да! Войцеховская поражена! Без репетиций, без тренировок. Так иногда и победы одерживают новички. Вау! Такого мы еще не видели. Это напоминает больше подводную борьбу водным поло. Здорово! Синхронно начинают прыжок и почти синхронно входят в воду. А Роза говорила, что у нее больная спина, друзья. Громче аплодисменты! Как ощущения? Вы знаете, у меня есть такое свойство. До меня доходит как до утки на третьи сутки. Я так во всех проектах участвую. Мне говорят, надо участвовать, я участвую. И только потом, когда проект проходит, я начинаю понимать, думаю, боже мой, где же я участвовала? Вот сейчас пока не могу ничего сказать. Заклинило. Вот перезагрузка произойдет, тогда расскажу. Но это было классно, особенно прыгать с мужчиной. Я теперь понял, почему дельфинам Роза постоянно завышала оценки, потому что у нее с самого начала были виды на Митю. Это совершенно очевидно. И в конце концов все срослось. Борис Каримович, завидуйте молча. В конце концов все срослось. Я хочу сейчас прыгнуть и заработать оценки для Даны. Можно я прыгну тоже? Да не можно, а нужно, Барри Каримович. Да? Конечно. Хорошо. Я вам честно скажу. Я вообще никогда не был в воде. Я степной человек. Родился в степи. Много раз, бывая на гастролях в Сочи, на Черноморском или Средиземном побережье, я даже ноги ни разу не обмакнул. Тем более, никогда не прыгал в воду. Я хочу... А есть у вас камеры какие-нибудь? Чтобы зафиксировали мой первый за 66 лет прыжок в воду. Можно это сделать? Мой прыжок посвящается Дане Борисовой. Да. Вот о таком посвящении, наверное, мечтала Дана Борисова. Не иначе. Вау, Барри Алибасов поднимается на вышку. Господа, мы присутствуем при уникальном шоу-бизнес-эксперименте. Неужели ботинок даже не снимет? Вот степные люди. Барри Каримович, телефон вытащили. Пачку долларов достает. Хотя, откуда у Алибасова деньги? Итак. Ботинки-то развел. Отсюда много брызг.
Эй-эй-эй, товарищ Алибасов! Конечно, аплодисменты, аплодисменты, а те, кто прыжка где? Ну, впрочем, кому-кому, как не Баре, знать, что неожиданные решения обеспечивают успех в шоу-бизнесе иногда. Друзья, вот если кто-то только сейчас включил телевизор, вы, наверное, не понимаете, что происходит, да? Варя Алибасов, Роза Сибитова, мокрые стоят, причем один в одежде, другой нет. Аплодисменты этому их прыжку. Как ощущения? Ощущения хорошие. Я теперь хотел бы, чтобы Роза сделала правильный выбор между мной и Митей. Итак, предварительные итоги на таблице. Молодец Фомин. Прыгнул, принес команде долгожданные баллы, обошел Дмитрия Клокова. И сейчас у дельфинов 362 с копейками, у акул 377. Почти ноздря в ноздрю идут соперничающие команды. Но впереди еще прыжки. Будут прыгать Башкатов, Виктория Боня и Света Курицына. Светочка, красиво, красиво. Поняла меня? Да. Животик себя, ручки подняла и ножки вытяни. Красиво. Давай, да, мы глотаем. Да. Давай, ты можешь. У всех силы уже на исходе, все уже психуют, я даже не выдерживаю окончания тренировки, тоже психую и ухожу. Бесит меня Света Курицына. Вон она. Где? Вон она. Да. Ну, она чисто как человек бесит меня. Курица на подзатыльник даем всегда. Она без этого не может. Не знаю, может, я садомазу какую люблю. Чем больнее, тем наоборот, по приколу. Спорт – это такая вещь, когда человек должен сам себя заставлять. И свои трудности преодолевать сам. Тренер ему только помогает. Свет, скажи, а кто твой основной конкурент здесь, как ты считаешь? Да, как бы никого, я не считаю кого-то конкурентом. Мы все, мне кажется, даже конкуренции между собой больше, чем командами. А я, можно спросить? Мне хотелось у судей спросить. Судьи, я хотела спросить, по каким критериям вы начинаете судить? Что надо для начала сделать? Спеть или станцевать? Ну, если вы сможете, Светлана, показать готовность быть хорошей женой, тогда можете рассчитывать на хорошую оценку. Мне еще только 20 лет, я еще не гонюсь. Тут уже поздняк метаться. А у вас? Вам же тоже уже поздно. Как это поздно? Мои-то 51. Ну, мне просто интересно, почему два человека сделали один и тот же прыжок, только одному завысили оценки, а другому занизили. Мне интересно, почему, за что? Правильно! Свет, прыгай уже ради креста. Я лучше спою и станцую, а потом прыгаю. Не раззадоривай себя. Сейчас что-нибудь мне накосячит. Света! Света! Света, вперед! Света из Иваново. Как на судей кричать, она первая, как тренироваться, она последняя. Это только был ее танец. Вероятно, она думает, что это смотрится красиво. Возможно, найдутся поклонники. А теперь прыжок заявленный. Между прочим, сальто назад с трамплина трехметрового. Глядя на Свету, из Иванова никогда бы не подумал, что она может решиться делать сальто. И тем не менее она решается. Решилась и прыгнула. И вот теперь вопрос, сколько баллов получит Света за этот прыжок? Такой же прыгала и Катя Лель. Алибасову Курицына понравилось. Он теперь знаток прыжков ходит. Барри Каримович всех хлопает. Видимо, увидел синяки на ногах. Моя подруга. Моя подруга. Да? У нас с ней очень много общего. И не одни сутки мы вместе с ней провели. Она только что сказала «да-да», которую ты предал. Кого предал? Меня ты предал. Почему ты без меня решил прыгнуть? Ну, один раз, не больше. Давай еще сейчас. Погоди, погоди. Тебе я посвящаю баллы. Дане я посвятил свой прыжок. Что тебе выгоднее? Себя посвяти. И мне показалось, что Роза Сибитова, когда Света прыгнула, сказала «молодец». Правда? Молодец, молодец.
Я вообще должен сказать, что совсем недавно вот Света появилась на звездном небосклоне нашей столицы. Если ты помнишь, Москва – это столица России, да? Ты же из дыры приехала какой-то? Из какого города? Из Иваново. Так вот, я хочу сказать, что она приехала совсем недавно в Москву и, конечно, была совершенно несмышленой, такой боязливой, чуть не сказал забитой, но почти. И вдруг вот таких успехов добилась. Варя Каримовна, давайте сейчас прям сразу же орден дадим. Господи, у нас миллионы, он приезжает. Ну, конечно, Роза тебя опять опустит, но что поделаешь, у нее такая профессия. Она из другой команды. Ну что ж, я очень хочу послушать все-таки профессионалов. Елена Сергеевна, скажите, как прыжок? Удался, нет? У нас сегодня у девочек свои собственные соревнования, внутри общих соревнований. Этот прыжок делают сразу три человека. Вот его сделала Катя Лель, его сейчас сделала Света, и, как я понимаю, его собирается делать Виктория Боня. Поэтому очень легко сравнивать. Молодцы, что справились. А я хочу напомнить, что нас сегодня покинут два участника. И теперь я хочу спросить Розу, может быть, сейчас ее мнение как раз повлияет на этот вылет? Нет? Вы знаете, в фигурном катании есть две оценки – за хореографию и за технику. Хореография подвела, никакой хореографии. Ну и, соответственно, глядя на меня, похудеть бы надо. Извините, я не могу похудеть и достать денег, чтобы себя затюнинговать и накачать себе грудь. И я вижу, оценки поползли вниз. Итак, уважаемые судьи, ваши оценки. 7-5, 10 баллов. 7-0, 4-0, 8-5. Молодец, Света! Что мы вообще сюда вышли? Сразу бы отдали победу тем, да и все. Молодец! Одна маленькая ошибка, чуть-чуть. Носки надо было поставить, а так то, что сделали. Молодец. Когда видишь в воде Викторию Боню, возникает непреодолимое желание заплыть за буйки. Да что скрывать, многие мужчины прямо сейчас готовы броситься за ней в воду. Но она прыгает одна. Дельфин Виктория Боня. Мы можем с этого начать, и сейчас пойдет, у тебя получится. Я вижу, у тебя получится. Такая нежность. Молодец. Хорошо? Больше не забыть, это не то, быстрым по щекам. Будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Глеб очень сильно мне помогает, потому что мне с ним прям спокойно, я себя с ним чувствую уверенно. И когда он рядом, я прям как-то вот, не знаю, мне хорошо, уверенно. Ему сказали, что нам роман приписывают. Еще без лет не проходит. Это небось Дана Борисова, да, так говорит? Мы с Глебом сходили на показ, где не было места. Нас посадили на один стул, уже тут же написали, что я пришла с кавалером. У него же есть девушка, у него есть отношения у Глеба, который тоже все это неправильно понимает, наверное, скорее всего. Я считаю, что это безосновательная почва совершенно для разговоров. Мы просто друзья. Ну, один спад и отсюда. Давай, давай, давай. Я не хочу. Тебе это нужно, тебе нужно это. Вика, ты перед прыжком так бегала, прыгала. Ты разминалась или волновалась, или все вместе делала? Честно, ведь я и разминалась, и волновалась, и до сих пор волнуюсь. У меня группа поддержки пришла, и спасибо ребятам, все, кто пришел. Огромное спасибо, что нашли время для этого. Скажи, пожалуйста, вот прыжок, который ты сейчас будешь выполнять, точно такой же прыжок, уже до тебя сделали две девушки, ты видела. Хорошо они сделали? Тебе понравилось? Или ты можешь лучше? Нет, они сделали очень хорошо. Правда, здорово. Потому что, ну, сами понимаете, да, у нас всего-навсего... Мы этот прыжок готовили всего-навсего, там, 3-4 занятия, может быть, не больше. Поэтому здесь идеально сделать невозможно, потому что сроков нет таких. Если бы нам дали 3 месяца, мы бы, конечно, может быть, сделали получше. Единственное, что у них руки наверху, а это неправильно. То есть руки должны быть внизу. И, ну, вот единственное. Вика, нормально! Давай, вперед! И вот Виктория Боня поднимается на тот же самый 3-метровый трамплин. Точно такой же прыжок. Известно, что среди всех, кого не любит Света из Иваново, Виктория занимает первое место. И как специально, у них одинаковый прыжок. Важно здесь еще расстояние, на котором окажется в воздухе спортсмена трамплина. Оптимально 1,5 метра. Итак... Сальто и руки должны были быть прижаты к туловищу, и они были прижаты. Об этом сама Вика перед прыжком говорила.
И прыжок в целом получился очень хорошо. Немного ноги разошлись в момент входа в воду, но почти вертикально. Вика, вот и я. Ты стремишься быть не только лучше девчонок, но и лучше мальчишек. Как ты считаешь, сегодня получилось? Получилось. Честно, не ожидала, что получится. Главное, руки у меня были внизу. Все, это хорошо. Это технически правильно. Но Елена Сергеевна, не даст соврать. Елена Сергеевна, не дайте соврать. Я вообще хочу сказать спасибо Виктории за то, что она вернула интригу в соревнования. По моим ощущениям, после этого раунда обе команды должны выйти примерно на один уровень результатов, что резко добавляет азарта происходящему, я сказала. Вик, молодец, прекрасно оттолкнулась, прекрасное вращение, ну а то, что руки еще вниз на входе в вод опустила, молодец. Вик растрогалась. Я хочу... Не волнуйся так. Ты и так красивая, изящная. Ты блистательная в жизни, умная, обаятельная. И прыгнула точно так же. Но, к сожалению, моя оценка зависит от того, какую оценку ставит Роза. Роза всегда меня опускает на 4 балла. Ради тебя, Боня, я меняю эту разницу в 3 балла. Поздравляю, Вика, я тебя поздравляю. Остальных судей на мыло. На мыло! На мыло, на мыло. Руки нужно было прижимать к туловищу во время прыжка. Вырвала! Решение не оспори. Результат Виктории выше, чем результат Светы. 100 баллов. Более того, Боня показывает второй результат среди вообще всех участников синей команды. Молодец, молодец. Да, это сам. Молодец, молодец. И вот теперь, перед выходом на финишную прямую, давайте посмотрим таблицу. Осталось по одному прыжку. Максима Шарафутдинова у синих, Михаила Башкатова у красных. Что же мы видим? Мы видим, что благодаря прыжку Виктории и Бони дельфины вышли вперед. Они теперь лидеры перед последними прыжками. Но у Башкатова Михаила Сергеевича двое детей. Осталось только построить дом и красиво прыгнуть. Михаил Башкатов, мы в тебя верим. Команда «Акулы». Давай, Миша, мой хороший. Думай, ножки вместе. Сегодня была такая щадящая для меня тренировка. Я болею. Боясь осложнений каких-то, тренер все-таки принял решение. Сегодня... Мог ли тренировки меня остановить? Что за отмазка такая? Где температура? Была. Нет. Я ее сбил. Ну вот. Ну еще нельзя. Да, идем. Я решил все равно посидеть на трибунах, потому что каждое занятие очень важно. И важно не только самому принимать участие в тренировке, но и понаблюдать со стороны, посмотреть ошибки других или успехи. В детстве, когда все резвятся, играют в бассейне. Мишка, сегодня такой день, сегодня много споров, много неправильных оценок, конфликты, скандалы. Что ты думаешь по этому поводу? Я не знаю, мне кажется, какой-то рок висит над командой «Акулы», что в прошлый раз нам занижали оценки за прыжки. Я считаю, что в этот раз происходит, в общем, повторяется та же ситуация, и непонятно, в общем, чем руководствуются наши судьи. Но я сейчас думаю о прыжке, о своем. С вашего позволения. Он волнуется. Друзья, можно пульс потрогать? Миш, можно потрогать пульс? Но 135 минимум, друзья. Сравним с... Когда я... Сравним с оценками, друзья. Спасибо. Мишка, давай, удачи. Вот Михаил Башкатов поднимается на 7-метровую вышку. И будет он прыгать из стойки на руках.
Коэффициент 3,7. Чуть меньше, чем был у Клокова. Вся надежда на Башкатова. Здесь важна скорость и не перекрутить прыжок. Ё-моё! Перекрутил, и ноги разошлись, и море брызг в результате. Какую-то секунду, полторы секунды длится прыжок, может, чуть больше. А сколько надо сил потратить, чтобы этому научиться? И такой неудачный вход в воду. Мишань. Ну, видим. Переволновался, скажи, или что? Не знаю. Знаете, как спортивная злость, когда не получается, когда на тренировках все получается, и вот единственный прыжок делаешь, и... Какой-то роковой прыжок сегодня, он ни у кого пока не получился, кроме второй попытки Димы. Елена Сергеевна, вижу, уже хотите сказать, потому что уже с микрофоном. Вот начало прыжка было на 10 баллов. Половина прыжка первая тоже на 10 баллов. Причем все это натянутые колени, натянутые носки. И так бездарно испортить прекрасный прыжок, это надо обладать колоссальным талантом вообще. Ну, будем считать, что сегодня день такой, который действительно вот тем, кто прыгает со стойки, а должна сказать, что самую сложную часть, то есть выход в стойки, она удалась сегодня всем участникам, кто со стойки прыгал. Вот, и, в общем, в этом прыжке было за что похвалить и было за что поругать. И похвалить очень, и поругать очень. Многоплановый прыжок такой, можно было сделать все во время него. Роза! А ты помнишь время обедать? Как ты меня судил? Роза, позвольте, я просто прежде, чем не вы... Не позволю! Прежде, чем вы узнаю вашу оценку, я хочу сказать, знаете, Роза сказала сегодня, что она собиралась участвовать в этом проекте, но забыла добавить, что собиралась, видимо, участвовать в команде «Дельфины». Потому что если посмотреть протокол вашей оценки, Роза, то вы... Я считаю, что... Ну, а теперь говорите. Так вот, дорогой мой, значит, когда ты судил мое кулинарное искусство, ты вот прошелся по мне прямо вот так без оглядки. Вот сегодня я тоже буду к тебе вот такая вот. Простите, девушка, но ведь судьи должны быть объективными, по-моему. А вы знаете, а я женщина еще, к тому не забывайте. Ну, понятно. Ну, разве можно поспорить с женщинами? Не надо обижаться. Физические данные, вот я Розе говорил, просто изумительно они подходят для такого прыжка, для такой высоты и для такой, ну, сложный довольно коэффициент. Фигура у тебя, правда, Миш, хорошая. Да. Вот. Растопил ее. Итак, внимание, оценки жюри Михаилу Башкатову. 6-5, 9-0, 6-5, 5-0, 7-0. 74 балла у Башкатова. Всего. А ведь это лучший из акул. Не получилось. Но, как говорится, акулы отпрыгались. Теперь очередь дельфинов. Максим Шарафутдин. Вместе. Один с этой стороны становится, другой с этой стороны. Ну, вот так прыгаем. Да, просто делаем спад. Это даже не столько дух соперничества, это ну, просто смотришь на другого человека, как он делает, и он себя чем-то подпитывает, что как-то энергетику свою передает. У них сейчас происходит очень замечательная вещь. Они начали соревноваться друг с другом. Я смотрю, как Максим начал уже догонять Влада. И Влад уже немножко начал нервничать. Максим может быть соперником с Владом. Сила против ума. Потому что выигрывает умный, а не сильный. Богатырская наша сила, сила духа и сила воли. Самый скромный, самый умный, самый обаятельный, по моему мнению, участник нашего шоу. От его прыжка зависит, кто победит, акулы или дельфины. Макс, волнуешься? Ну, мне помнится, в прошлый раз было то же самое, поэтому мы это проходили. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну напряжение прямо олимпийское, не иначе. Прыгнет Шарафутдинов прыжок, дельфины победили. Сорвет, проиграли. Полтора оборота вперед с 5 метров. Здесь очень важна скорость, чтобы успеть выполнить все необходимое.
все элементы. И даже слишком. Сколько же получит Максим? Вроде сгруппировался, держал равновесие, неплохо, коэффициент 3,5. Но теперь все зависит от арбитров. Как они оценят этот прыжок и эту тучу брызг при входе в воду? Максим вышел на вышку, быстро, не рассусоливая, раз, два, три и прыгнул. Я, как обычно, просто не успел испугаться и сделал прыжок. Надо было немножко подумать. Почему? Тебе кажется, что у тебя не получилось? Я бы хотел посмотреть в повторе этот прыжок, чтобы оценить свои ошибки, ну и обратиться, конечно же, к судьям. Понимаете, вот в очень сложную ситуацию я попала сейчас как судья. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы сейчас снять оценку, всерьез ее снять за этот вход в воду, который не получился, это значит дать такой вот посыл всем участникам, что не надо делать сложных прыжков, надо делать простенькие, но хорошо. А я не хочу, я хочу видеть эти прыжки, я хочу видеть это мужество, я хочу видеть, как у них горят глаза. Но ведь сколько вы и Башкатов эти оценки снимали за... И просто вот очень хорошо, что у нас с последним прыжком человек показал, что несмотря на то, что и травмы случаются по километру пластыря, это видно, что травмы случаются, и все равно люди не сдаются. К Диме, например, вот лично у меня требования гораздо более жесткие, потому что он спортсмен, он знает, как владеть своим телом, у него больше на его стороне, больше фора. А вот здесь вот, что тоже удивило, приятно удивило. Вот я посмотрела, как Максим раскрывался после этих полутора оборотов. Он на воду смотрел. То есть было видно, что человек не просто ринулся, сломя голову, а что он понимает, что происходит. Это большое вообще достижение. Дельфины! 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 Посмотрим оценки. 6-5, 3-0, 6-5, 9-0, 9-0! 9-0! Ну как так можно ставить? Ну я все понимаю, ну как так можно? Ну 9-0! Ну, ну это, ребят, тут несерьезно. Я не буду вообще даже как тренер вообще ничего даже комментировать как-то. Это просто несерьезно. Вот Раиса Гальперина, настоящий тренер. Она не делает скидок на то, что это соревнуются не спортсмены, что это телевизионное шоу. Тренер так тренер. Но посмотрите, этим прыжком Шарафутдинова дельфины выходят вперед. 534 балла и 80. У акул 526,9. Дельфины побеждают. Но не будем забывать, что ведь два слабейших участника, по мнению жюри, должны покинуть шоу. Кто они? Один дельфин и одна акула сегодня окажутся на берегу. Кто они? Ну, я озвучу. В команде «Дельфин» выбывает Валентина Голубева. А вот с командой «Акулы» у нас возникли сложности. Либо Данка, либо Светлана Курицына. Итак, Данка или Светлана? Светлана или Данка? Прыжок Светланы. Руки не прижаты к телу. Прыжок Данка, точнее попытка прыжка, самого сложного за все дни шоу «Вышка». Подумав, мы решили Данка оставить. Светлана Курицына, вы выходите с проекта. Свет, ну что на душе сейчас? Ну, я еще не осознала то, что я больше не буду ходить на тренировки, но я рада то, что я попала на этот проект и то, что я приобрела друзей. Почему же судьи решили вынести Светлану, а не Данка? Может, потому что у Данка в предыдущие дни были очень сложные прыжки, а у Светланы таких прыжков не было? Может быть, я другого объяснения не нахожу. Я рада, что познакомилась с таким количеством совершенно замечательных, потрясающих и красивых людей. Они уже попали сюда, потому что в своей профессии они снизу прыгнули на вышку. И только здесь они потренировались сверху прыгать в воду. Светочка, я тебе хочу сказать,
А тебя с тренировок-то никто и не выгонял. Я просто имела в виду то, что я больше не буду за свою команду. Мне это обидно, потому что я готовила такие прыжки, которые сегодня выполняли мальчики с 7-10 метров. И вот, друзья, мне интересно, будет ли Светлана из Иваново дальше тренироваться в прыжкоходе? Мне кажется, что будет, потому что тот, кто хоть раз на вышку поднялся, обязательно поднимется туда и второй раз. Итак, мы преодолели экватор. Позади 4 прыжковых дня. Поздравляю всех, кто победил себя, свою боль, свой страх высоты, свое «не могу». Поздравляю всех, у каждого вышка своя. Но не будем забывать, что победитель будет только один. Ваш комментатор Кирилл Набутов. Встретимся через неделю на вышке.